اللهم اغفر لنا ولولدينا والصالحين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللي يرحمهم الله الأموات إنكم مجهود دعوات. День памяти жертв политических репрессий в Казахстане отмечается с 1997 года. 31 мая почтить память репрессированных собрались и актюбинцы. На Верблюжьей горе по Орской трассе, где сегодня стоит памятник, в далеком прошлом расстреливали врагов народа. Только в нашей области гонениям подверглись около 7 тысяч человек. Из них 2 тысячи были расстреляны. Перед собравшимися родственниками реабилитированных выступил аким области Архимед Мухамбетов. Прозвучали слова скорби. По традиции была выдержана минута молчания. Завершилась. К памятнику возложили цветы. Внучка репрессированного Каратали Ата каждый год приезжает на Верблюжью гору. Своего покойного деда Гульсум Каратаева вспоминает как человека образованного и интеллигентного. Был репрессирован мой, то есть отец моей матери. В каком году он родился, я не знаю. Просто я в детстве понаслышку была наслышана, что дедушка по линии матери был репрессирован. Он был акыном, учителем, ну, таким образованным человеком. У него даже вот Курал Токмырзин в своем, он издал книгу, а в этой книге его... Вот, стихи были опубликованы, которые он написал прямо в тюрьме. С 1921 по 1954 годы в Советском Союзе были осуждены около 4 миллионов человек. Из них более 600 тысяч расстреляны. В Казахстан в те годы депортировали 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 19 тысяч корейцев, 507 тысяч кавказцев. В эти годы также гонениям подверглись представители казахской элиты. Мағжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Турар Рыскулов, Ахмет Байтурсынов, Алихан Бөкейханов и многие другие. Айсулу Махмутова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».